Качественная продукция – залог развития экономики в стране. Сегодня отечественные предприятия стараются работать не на количество, а на качество товара. И таких добросовестных работников государство поощряет не только предоставлением преференции, но и премиями. Сегодня прошла церемония награждения ежегодного конкурса на премию по качеству. На мероприятии побывал и наш корреспондент Диана Мамекова. На протяжении 15 лет конкурс превратился в хорошую традицию. Он позволяет выйти на исследование и достижение качества производимой продукции и услуг. В этом году в нем приняли участие более 100 малых, средних и крупных предприятий. Для повышения престижа национального конкурса образован новый состав совета по присуждению премии по качеству. Оценивается не только качество товара, но и эффективность менеджмента и спрос продукции на рынке. Предприятия, делающие упор на производстве качественного товара и развитие экономики страны, всегда будут иметь поддержку государства, сказал премьер Сооронбай Жээнбеков. Награды были вручены в номинациях «Лауреат» и «Дипломант премии». Кыргызстандан чыккан товарлардын сапатын жана уникалдуулугу менен сырткы рынокко чыгууга толук мүмкүнчүлүктөр бар. Товары, производимые в Кыргызстане, своими качествами и уникальностью имеют все возможности выхода на внешние рынки. Такие премии присуждаются ежегодно на конкурсной основе за достижение значительных результатов качества продукции, обеспечение ее безопасности, соблюдение условий производства, а также удовлетворение требований потребителей, внедрение высокоэффективных систем и методов менеджмента качества. Подобные мероприятия позволяют производителям противостоять конкуренции. Конкурс прошел максимально прозрачно и показал, что у нас в стране много хороших предприятий. Среди победителей были не только столичные предприятия, но и отдаленных регионов. Одно из них – предприятие по производству муки «Экодан» в городе Каракол. По словам директора Бакытбека Умурканова, для получения награды сотрудники, а их на сегодня 25, приложили немало усилий. Запад маселеси бүгүнкү күндө бир гана биздин мамлекетибиз, жалпы эле өнүгүп жаткан мамлекеттерде. Проблема качественной продукции существует не только у нас, но и по всей стране. Чтобы быть среди лучших, мы трудимся ежедневно. И это отмечено вот такой наградой. Хочу пожелать своим конкурентам работать так же. Работать качественно не только полезно, но и интересно. Некоторые участники получили почетные грамоты Министерства экономики. Организаторы отметили, что в следующем году конкурс на премию по качеству будет проходить среди туристических предприятий, домов отдыха, отелей, фирм и других. Диана Мамекова, Эльдиар Асанбаев, Общественный, Первый канал.